Так, в общем, ровно год назад мне было очень скучно, и я решила попробовать сделать себе необычный макияж. В итоге сделала вот этот вот радужный. Всем он очень понравился. Сейчас я на него смотрю и такая... Но ровно спустя год я решила попробовать еще раз, чтобы посмотреть, улучшились ли мои навыки. И я очень надеюсь, что да, потому что это будет очень печально, если нет. Начнем же. Хочу сказать, что год назад я использовала вот эту вот палетку от Makeup Revolution. Я бы не сказала, что это самая лучшая палетка, но на то время и даже сейчас иногда мне она очень-очень нравится. Но сейчас у меня есть палетка от Alexis Stone, точнее от Makeup Revolution с Alexis Stone совместно. И она просто бомба, если ее сравнивать вот с этой, и даже вообще если просто рассматривать как отдельную палетку. Я сейчас столкнулась с проблемой, которая думала, что у меня ее не будет, потому что, оказывается, в палетке Alexis Stone нет нежно-голубого. Ну вот, вот этот вот что-то похожее на нежно-голубой, но по сравнению с вот этим нежно-голубым, оно что-то вообще не то. Если мне придется использовать тот голубой из палетки Makeup Revolution маленькой, то не думаю, что мне будет видно прогресс. Смотрим. Это вот это вот из первой палетки с самой моей... Ну, в принципе, ну, нежненько, нежненько, но можно лучше и... Ну, блин, ну слишком темный. Блин, я вот чуть-чуть... Вообще его почти не видно, вот чуть-чуть растерла, этот слишком темный. Так, в общем, что я сейчас буду делать, так это наносить в... Блин, из-за того, что я смотрю только американских бьюти-блогеров, я не знаю, как это называется по-русски. Поэтому вот сюда вот, в общем, там, где двойное веко должно быть, вот сюда вообще я наношу тени. Нет, я забыла! Я не знаю, то ли у меня в прошлом году руки из жопы были, то ли эта палетка не такая уж плохая и даже вроде бы пигментированная. Так, палетка тут, по-моему, ни при чем была. Да, детка. Ничего не украшает женщину так, как свежий синяк. Это прозвучало очень ужасно. Anyway. Так, сейчас я возьму немножко своей тоналки и нанесу на подвижное веко для того, чтобы там был ровный тон. И я могла спокойно нанести тени, потому что на тональник оно быстрее возьмется и лучше, чем просто на сухой глаз. Вот такая вот у меня логика. Так, и теперь я возьму тоненькую кисточку и уже с палетки, вот этой вот красивой палетки, возьму красный и буду пытаться делать тоненькую линию. Блин, я крашу там, где у меня голубой. Если в конце этого видео окажется, что я год назад сделала себе лучший макияж, чем сейчас, я буду очень злой. А у меня еще желтого нормального нет, потому что здесь не желтый, а охра. Мой самый любимый цвет в мире. Цвет детской неожиданности. И желтый у меня есть здесь, но тоже он цвет мочи. Теперь делаем оранжевый. О, тенюшки-то опадают. Блин, это какой-то замкнутый круг. Я подчищаю этот оранжевый, он исчезает. Я крашу заново, он опять исчезает. К черту. Переходим к желтому. У меня здесь есть желтый, тот, что из палетки. То, что покруче. И где? Чуть-чуть, видно. Так, сейчас начинается самое веселье, потому что красный был яркий, потом два таких более тусклых цвета, и сейчас фиганем зеленый, и я надеюсь, он не перекроет собой
весь желтый и оранжевый, потому что это будет очень печально. А тем временем века все меньше и меньше. Так, дальше у нас голубой, и на этот раз я буду использовать голубой с этой палетки, чтобы он чуть-чуть отличался от вот этого вот неба. Немножко ASMR. У меня уже почти вообще нет места. Еще голубой, синий и фиолетовый. Может какой-то пропустить? Может пропустить голубой и сделать просто синий? Ну тогда... Может синий пропустить? А может и пропущу синий? Блин, предыдущие цвета между собой как-то вот... Блендинг. А вот синий с зеленым что-то вообще не хочет вступать в контакт. Вообще такие типа... И наконец-то, очень красивый фиолетовый. Я даже не знаю, какой выбрать, они все такие красивые. Пожалуйста, пожалуйста, будь красивым. Пожалуйста, будь красивым, будь красивым, будь красивым. Но фиолетовый максимально сыпется, смотрите. Но это маленький минус по сравнению с теми плюсами, которые у него есть. Пропаганда фиолетового цвета. Ну, в общем, будем рисовать тучки сейчас. Тыща. Они совсем потеряли свою форму из-за того, что я пытаюсь их закрасить белыми тенями. Но я все равно буду это делать. А вот эта тучка стала беленькой. Это, конечно, стало беленькой, но перестало быть похожей на тучку. Итак, сейчас будет самый рисковый момент, потому что я попытаюсь серенькими тенями сделать нормальную форму этим тучкам. Если я это сделаю красиво и правильно, меня можно просто короновать и сказать, что я бьюти-гуру всех бьюти-гуру. Нет, нельзя, но все равно. Ну, в общем, я сделала что-то. В принципе. В темноте со спины и не приглядываясь. Даже похоже на настоящую тучку. Damn, girl! И нифига не помогло мне то, что я делала перед этим. У меня как будто синяк. В общем, вот так выглядит полностью завершенный глаз. Я добавила немножко голубых теней под глаз, добавила немножко искусственных ресниц и хайлайтера под бровь. И сейчас я быстренько сделаю второй глаз. Итак, я закончила оба глаза. Это всего лишь заняло у меня вечность. И моя рука выглядит, как будто на меня напали дети и подумали, что я разукрашка. Но мне даже нравится немножко. Но я еще подумала, поскольку это, так сказать, апгрейд с прошлого года, то я не хочу сделать просто такой же самый лук. Я еще хочу немножко добавить что-то новое, и поэтому я решила сделать... Я хочу сделать себе здесь тоже немножко тучек и немножко неба, вот такого что-то. Чем же еще можно заняться в 12 часов ночи, если тебе завтра на пары? Я снимала это все до карантина, поэтому да. Вы теперь понимаете, сколько времени мне нужно было, чтобы смонтировать это видео. Розовые щечки не слышала. Мне 15. Шучу. У меня мозг на 15. Тут, собственно, видео подошло к концу, но поскольку я это все себе лепила и мазала в 2 часа ночи, мой мозг не смог нормально придумать концовку к этому видео. Поэтому я ее говорю сейчас. Надеюсь, вам это все понравилось. Мне понравилось. Я считаю, это самое главное. И мы еще увидимся. А и еще вдруг кто-то вдруг просто захочет подписаться на мой Инстаграм, либо ТикТок. Ссылочки в описании, да. Все, теперь точно пока.